Вот это мы его гасим. Прикольно. Давай, РПГшник. Я в тебя верю, ты сможешь. Красиво, красиво. Окей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Фонтан, Фликс, King on Fire, Бродяга, Алга. Пацаны, поздравайтесь. Юху, всем привет. Всем привет. Наконец-то у нас очень классная карта, потому что все написали в комментариях, чтобы мы взяли карту Лабиринт. Если опять не кушайте, приятного аппетита, у нас карта Лабиринт и собака-кот, кэт-дог или монстры Хентерс у нас сегодня будут у нас гоняться за нами в Лабиринте, а мы будем выживать. Погнали! Давай, на счет три можно смочить. Раз, два, три, выживаем. Поехали, пацаны, ну держи. Давай, 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 я верю в тебя, ты не сможешь никого убить. Во-первых, это очень большой опыт, очень большой. Я видишь? Покурил. Не попал. Конец карты. А он не сможет попасть, вы можете рядом ходить, он ничего не сделает. Так, не понял, я упал. Ты прыгай. А, тут прыгать можно? Ну ты же прыгаешь, ты что, не видишь? Ах ты. Привет, давай, давай, я в тебе. Ему неудобно прыгать, я знаю, что я буду использовать его слабости. О, пацаны, давайте, короче, все паркурим на ту вышку стеклянную. Встречаемся там наверху. Будем его троллить там. Я потихонечку. Уже. Режим полета, наверное, надо да, отключить, чтобы никто не летал. Чпонькс, чпоньк. Кстати, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может с нами зайти и записать. Кстати, вернулся к нам King on Fire, кто помнит его в роликах. Давайте плюсик в чат, кто помнит King on Fire. Кстати, надо записать, значит, нам рубрику «Аниматроники пугает охранник». И вообще, я хочу сделать новую рубрику про аниматроников. Это все анимации показать. Какая анимация самая крутая? Как вы думаете, как такая вам рубрика? Блин, запрыгивай кусок. Может. Просто надо найти, кто анимируется нормально. Так, я уже допаркурил, пацаны, вы где? Я вижу, он там сзади прыгает, как дурачок. Да, сейчас, наверное, будем мы тебя мочить, а не ты нас. Алло, ну зачем вы стреляете, когда я даже сам не могу нормально идти? Ты не можешь идти нормально? Я не могу нормально. Хорошо, можешь брать апилпак любой. Можешь даже аниматроников брать, давай. Сегодня у нас свободная тема. Всё. Сегодня не я выбираю апилпак, а сегодня апилпаки выбирают подписчики. Давайте сегодня... Кстати, будем делать новую рубрику. То, что подписчики хотят, то и будем записывать. Прям на лету. Погнали, давай, бери кого хочешь. Только не тот, кто бьет на расстоянии, так будет не сильно честно. Давайте, гасим его. Он где-то там. Он уже не там, кстати, он может сейчас и тут быть. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднимать людям настроение. И продлевать людям жизнь, раз люди много смеются. Вы видите его, этого челепиздрика? Я не вижу. Вижу, вижу, идет. Фликс, ты можешь брать любого, любой пилпак, какой хочешь. Нормально. Пойдет тебе этот, хорошо, мы тебя гасим. Пока ты там этот, мы тебя будем раздуплять. У него же 4500 жизней, мы уже пятихатку вынесли. Шальная пуля. Так, пацаны, он сюда приближается, будьте внимательны. А-а-а! Фух, я чуть не упал. Он идет, внимательно, чекаем. Закидываю, закидываю проход красными гранатами, закидывайте. А, я не успею, наверное. Где эта граната? На. Выдаю гранаты. А! Пацаны, пацаны, все нормально. Все живые, я никто не умер. А-а-а! Я упал, нормально. Пацаны, он всех разогнал с потолка. Ой. Побежали, побежали, побежали. Не знаю, есть бабка Гренни, есть аниматроники, куча разных у нас. Убийцы всякие есть. Так что, ребята, давайте, кто проигрывает от его рук, тоже становится убийцей. Так, я не знаю, я куда-то бегу в сторону вышки. Но у него очень большие преимущества, он мог бы нас убить, но тяжело. Так, 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 поднимаемся наверх. Он ушел? Он ушел. Кстати, там же есть пилпаки, которые лазят по стенам. Но не буду я ему рассказывать про это. Нельзя знать. Никому. На!
Ой, четко попал гранаты, а прям там, где он находится. Сдохни. Да алло, не... Вот это мы его гасим, прикольно. Давай, РПГшник. Я в тебя верю, ты сможешь. Красиво, красиво. Ну это, конечно, с опозданием большим. Убил его? Да. А, ну... не, вон он. А, нет, труп, кажись. О, я убил. Не того. Извини. Вижу цель, не вижу преград. Так, что у нас есть? У нас есть вообще очень классное оружие. Называется оно Грендвич. Это очень мощный воздушный удар. Ого! Бегите уж, тон патронника. О, сейчас будет жестко что-то. Слышите взрывы эти? Это с неба летят. Я не знаю, что будет. Сейчас будет что-то такое жестокое. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, красиво, красиво. Давайте сделаем еще красивее. Мы сейчас, короче, знаете, что здесь делаем? Смог. Так, я уже не помню, где тут где-то есть Mortal Strike. Третья мировая война, что ли? Море. Пацаны, я убегаю оттуда, я вместо дыма не то вызвал. Где-то есть тут смог, я уже не помню. Мировая война была только что. Да? Так это же классно. Слышите, летит самолет. Ого! Вон он пролетает и гасит просто всех. Пролетел, пролетел. А сейчас четвертая мировая была. Да? Грендвич, Грендвич. Вот, смог. Прикольно разговаривает. Так, пацаны, а где наши убийцы? Ого, это было рядом. Я вам сейчас там задымил все. Паркурим потихоньку. Димас, мы уже на вышке. Слышите? Взрывы в воздухе. Да это не сильно будет. Это так, чуть-чуть. Это домовушка, чтоб не было видно, кто где. Ой, сейчас будет жестко. А где убийцы-то? Никого нету, что ли? Ха-ха! Че, умерли все или что? Ой, куда-то сейчас летит что-то жестоко, надо валить. Я, наверное, на эту сторону вызвал. Ой, пошло, пошло. Ух ты! Сори, обстоятельства. Фликс, а ты где? Я здесь. А что ты нас не мочишь? А я попасть не могу. Хорошо, давай, мы тебя ждем вот тут, вот, на зеленой зоне, там, где поле возле воды. Давай, иди сюда. О, вижу, 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 пошел. Давай, ты сможешь, я в тебя верю. Под воду пошел? Нифига себе ты можешь, мужик. Ай-яй-яй-яй-яй, это было рядом. Ой-ой-ой-ой, давай, попадешь, не попадешь? Ну я ж не такой, как пацаны. Я немножко по-другому играю. Это будет воздушный удар, походу. Вот, летят, летят, надо валить. Слышите? Ой-ой-ой, сейчас на аниматроника прилетит кое-что. Ой, красиво. На, убили? Аниматроника загасили? Я загасил, кажись. Нифига себе ты этот. Какой-то имбовый. Убить аниматроника — это редкость. Так, я пока тут постою. Меня еще не замочили, я тоже стал убийцей. Так мне никто не мочит. Хотя есть давайте бабка Гренни. Куча всех. Так можете любого брать, свободный выбор. Я опять загасил аниматроника. У него жизни, может, мало? Фиг его знает. Никого нету. Опа, идет, идет. Ну, так меня не убить. Я ж тебе не тот, что ты, пацаны.
Надо пока он там бегает, под воду убежать. Стоим. Потихонечку съезжаем. Погружение успешно. Где он, пацаны? Он побежал, да, за кем-то? Вот он. На раскорячка. Он же, кстати, тпхаться может, наверное, английскую. Он убил кого-то или нет? Фиг его знает. Еще один бежит, брат его, двойник. Не убил, не убил. Ну убей хоть кого-то, ну. Я его опять убил. Не могу попасть вообще. Ты сможешь, ты сможешь. Бери любого другого аниматроника. Который, ты можешь стать невидимым, невидимым убить нас. Ой-ой-ой, взрывы мощные. Тогда я возьму. На, попей. А он уже на раскорячке сел. Вот так четко кину гранатку. Ну где он? Фликс, на. Опа, он взял эту раскорячку нашу. Чику-чикатилу. Хопа. Хопа. Меня так не убить. Ну разве что так, а так. Ой, извините. Вот. Ничего страшного. Главное, что не убил меня не аниматроник. Это та серия, где меня не может убить никто. Представьте, если бы я был бы аниматроником. Как бы я всех убил быстро. Ух ты, бродяга, я тебя сейчас забаню. Потому что только я так могу мочить. Ого, звуки какие. Хотите, давайте я покажу, давайте один я убийца. Вы все против меня одного, сейчас, подождите. Давай. Просто я смотрю, как вы играете, смотрю. И понимаю, что настоящий игрок, это, конечно, не то, что вы думаете. Ты. Готовы? Да. Погнали. Ну чё, родная, погнали. Первый пошел. Так, тпхаемся в потолок. И пока летим, гасим всех. Ну, кто следующий? Как показать вам еще? Я, вот я. Давай. Ну давай, давай, убей. Опа, опа. Вот я, вот, вот, вот. Где Димас? Че, не знаете, где я? Нет. Да я. Че, всех убил, не всех? О, я, короче, на вышку тпхаюсь, буду с вышки вас гасить. О, тут Пикачу маленький ходит. Привет. Сам себя убил, да ты молодец. Ты профессионал, как я. Чё, пацаны, я вот на вышке, видите, вот я сижу. О, попадает кто-то. Ну слабо, слабо, очень слабо попадает. Я вот здесь рядом был. Ты не туда смотришь, я тпхнулся за одну секунду к вам. Короче, я вам показал, что возможно убивать очень всех и быстро. И какие, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.